Почти два века на арене. Филатовые – старейшая династия в цирковом мире. Они чтут традиции и передают их из поколения в поколение. Валентина Филатова – иллюзионистка. Ее брат Александр – это уже пятое поколение династии, продолжатель традиции дрессуры. У нас семья образовалась как бы в трех жанрах – иллюзия, клоунада, дрессура. Меня это очень радует. Я, например, очень счастлива, что дети все здесь, все работают, все заинтересованы в том, чтобы династия Филатовых продолжалась. Нисколько не жалею, очень люблю цирк. И, конечно, сейчас мы все делаем максимум от нас возможного именно и в творчестве, чтобы дарить людям радость, зрителю. Медведи – вот чем всегда по-настоящему славилась цирковая семья. В медвежьем аттракционе 17 косолапых. 15 зрителей увидят на арене. Остальные пока только учатся быть артистами, в их числе и маленький Потап. Да, Потапский. Будущая звезда. Что касается более опытных медведей. Один из них – Анар. Вот он на обложке брошюры, родом из Сочи. В цирке Филатовых он появился 3 года назад, когда династия сюда в последний раз приезжала на гастроли. Вообще коронных медвежьих номеров в цирке много. Например, «Медвежья тройка». А некоторые, такие как «Двойной баланс», не может повторить ни один цирк мира. В основном все номера мы привезли новые. И жанры в нашей программе достаточно все именно истинно цирковые, а именно требуют долгих репетиций. Поэтому программа достойная, сильная. Вообще же в цирке Филатовых 80 животных. Это и пеликаны, сложнейшие артисты с точки зрения ухода и дрессуры, и верблюды, и ламы, и лайки. Также на арене можно будет увидеть иллюзионистов, воздушных гимнастов, клоунов и эквилибристов. Это будет традиционный, всеми любимый цирк. Премьера 7 марта. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.